В специализированном центре поддержки участников специальной военной операции и их семей прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Их делают практически из подручных средств. Из картона вырезают звездочку и вкладывают в жестяную банку. Затем содержимое емкости тщательно заливают парафином. Получается незаменимая вещь для использования в полевых условиях. Времени на самом деле немного, а горит она от 6 до 8 часов, и это дает возможность ребятам и согреться, и приготовить пищу, и даже посушить одежду. В ближайшее время в зону специальной военной операции отправят большую партию таких самодельных свечей вместе с гуманитарной помощью. Мастер-класс в этом центре проходит каждые выходные. Посетить его могут все желающие. Надо больше и больше говорить об этом месте, для того, чтобы те, кто сидит сейчас дома и помогает отдельно, могли приходить сюда, в фонд, и уже, соединив усилия, помогать фронту.